поступила внезапная задача с целью поддержания наших сухопутных войск. Вот. Вылетели с аэродрома базирования, выбрали наиболее удобный для нас маршрут, наиболее скрытный подход к цели. Выполнили пуск неуправляемых ракет С-13, отстрелили тепловые ловушки, ушли на предельно малую высоту. В таком темпе работать, в принципе, уже привычно. Никаких трудностей у нас не возникает. Вот. Работаем парой, потому что эффективность поражения противника, она увеличивается. И плюс к этому один из ударных вертолетов также может вести прикрытие. Вертолет Ми-28 хорош тем, что в принципе боевые задачи на нем можно выполнять в любые условия, метеоусловия, днем и ночью. И ветер встречный, боковой, попутный, в принципе, на взлете, на посадке ему ничем не мешает. Вот. Также, почему ночной охотник, он оснащен тепловизационной камерой, которая помогает ночью вести прицельную стрельбу по противнику. Мы выполняем специальные задачи, они у нас каждый день, по несколько раз в день. Как-то раз было вообще 15 вылетов.